В Москве Пушкин и родился в 1799 году, недалеко от берегов Яузы. Здесь раньше была немецкая слобода, где со времен Петра I и еще прежде селились иноземцы. Правда, о месте рождения поэта, как некогда о том, где родился Гомер, спорят несколько домов. Почти на протяжении полустолетия местом рождения поэта считали дом 57 на Бауманской улице. Но потом ученые оспорили это. Думали, что он родился здесь, на той же улице. Рядом теперь здание средней школы. А совсем недавно были обнаружены документы, согласно которым дом, где родился поэт, стоял на углу Малой Почтовой улицы и Госпитального переулка. Пушкин был крещен в уцелевшем до наших дней, но изрядно перестроенном Елоховском соборе. И получил имя Александр. Отец Сергей Львович Пушкин, человек небогатый, беспечный, своей городской усадьбы у него не было. Мать Надежда Осиповна, внучка арапа Ганнибала, любимца Петра I, прекрасная креолка, как ее называли, имела слабость постоянно менять квартиры.